Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Драконы Всадники Олуха. У нас с тобой 24-й день. Забираем награды. Так, 6 монет Одина. Древесины кучу дали. Рыбы, ну и руны. И это хорошо. Это замечательно. Так, посмотрим, 387 тысяч. И здесь то же самое. Маловато, конечно, для постройки. Но да ничего, остальное, как говорится, мы с тобой докопим. Кстати, у нас дровница, видимо, сделалась. Отлично. Сколько она теперь вмещает? Так, не могу понять, сколько. Твою ж налево. Вместимость 1 миллион ресурсов. Ты понимаешь, следующий уровень даст еще 1 миллион. Так, а я могу здесь? Нет, не хватает. Жаль. Ну что, тогда давай, наверное, забирать везде рыбу. Похоже, Громелли собирает древесину немного быстрее, чем рыбу. Да, наверное. Так, древесину. Пускай идет дальше собирать эту древесину. Так, здесь мы с тобой забираем. Блин, водорез прикольно. По 50 тысяч, понимаешь, рыбы мне приносит каждый раз. Я очень им доволен. Так, этих отправляем. Ну, в принципе, древоруб тоже не отстает. Так, лети за древесиной. Сейчас мы все с тобой сделаем. Все заберем, соберем и будем дальше что-нибудь прокачивать. Так, ты у меня. Ну, тут даже 10 тысяч не насобирал. Хотя в час он должен набирать 36 тысяч. Но он работает всего лишь 16 минут. Я не знаю, как, ребята, здесь время продлевать. Ну, а ты сколько? 5 тысяч. 10 минут, да, всего лишь в пути. И собирает он за час 34 тысячи. Мало, очень мало. Нам нужно как-то все это дело улучшать. А я могу, кстати, убрать вот эти вот... Могу. Могу и буду. Чего? А, подожди, купить. А сколько же стоит? Вы что, вы совсем, что ли? 500 тысяч убрать вот этот камушек? Вы серьезно? Вообще, что ли, брякнулись? С чего вдруг такие расценки-то? Эй, дорогие мои разработчики. Вы ничего там не попутали? Я в шоке. Так, ладно. Level up получил у нас с тобой злобный эксклюзивный змеевик. Так, кого бы нам с тобой еще прокачать? Может быть... Нет, нам нужна рыба. Хотя зачем она нам нужна, если мы все такое основное выполнили? Ладно, давай заберем с тобой пак. Посмотрим, что нам отсюда выпадет. Давай бесплатно. Монетки, это все понятно. А вот... И сам пак. Древоруб. 5 штучек. Так, ужасное чудовище. 4 штучки. И водорез. 1 штука. И плюс ресурсы, ко всему прочему. Оу, неплохо там руну надавали. Давай тогда и следующий пак глянем. Монеты Одина. Дальше у нас... Давай, 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 быстрее показывай, что там у тебя еще. Рыба. Руны. Эпическая морская звезда. Опять руны и руны. Ну что ж, неплохо. А события мне доступны? А, фигушки, да? А ранний доступ еще будет длиться один день. Придется ждать. Никуда ты от этого не денешься. Так, что у нас по заданиям? Получаем. Дают только один янтарь. Хотя нет, тут еще и листочки мне дали. Ну, спасибо хоть на этом. Значит, нам обучить трех драконов нужно. Использовать ускорение. Так, победить драконов. Отправить в приключение. И принять в обороне, да? Значит, так... Ну, посмотреть видео, это не обязательно. Обучите трех драконов. Так, давай-ка мы с тобой вначале еще откроем пак, который у нас тут редкий, да? Смотрим. Душитель, громель, кривет, громобой, шепот смерти, громорог и громель-защитник. Следующий сразу на активацию ставим. Остается нам совсем немножко, кстати, чтобы перейти на пятую арену. Так, давай, наверное, сразу же с тобой сделаем защиту Олуха. 24-й ранг у нас тут идет. Так, кого возьмем с тобой? Ну, естественно, этого придется брать. Шанс на победу отличный, нам прям написали. Ну что ж, давай проверим, насколько он отличный. Лишь бы не наврали. Трындец, тут ты посмотри просто, сколько тут всякого хлама на меня надвигается. Ох-ох-ох-ох-ошечки. Ну что, погнали.
Первый пошел, второй пошел. Так, беззубик, давай. А на водореза, как всегда, нам с тобой не хватает, да? Так, выходи. Начнем, наверное, с тобой подбивать мелкие вот эти вот кораблики. Куда ты полетел, ё-моё, а? Давай помогать. Нормуль. Что бы нам еще? Давай сюда бомбанем. Тыдич, готов. Так, не хватает энергии. Так, кого там кто бомбит? Это вот этот кораблик никчемный, да? Стреляет по мне. Ну, действительно, так оно и есть. Так, уничтожил у меня. Ну, ты посмотри, беззубик просто на изи расправляется со всеми. Тыдич. Так, ну что мы с тобой? Вот это, наверное, еще подобьем. А, они все переключились, ну, кроме водореза, на основной корабль. Один ключ мы с тобой уже профукали, как ты видишь. Водореза подбили, он улетает. Но я думаю, они втроем здесь справятся. Правда, не хотелось бы потерять еще один ключ. Сейчас посмотрим, как мы тут быстро справимся. Да, несмотря на то, что, ребята, они втроем бомбят, плюс то, что беззубик очень сильный. Нет, все-таки успеем, я думал, потеряем ключик. Но нет, два ключа у нас с тобой все-таки останется. Ну давай добивай, е. Все. Прошли мы с тобой, переходим на 25-й ранг, получается, да, именно по защите олуха. Ну что же, ключики я с удовольствием приоткрою и посмотрим, что нам оттуда выпадет. И еще один шаг на пути к победе. Конечно. У меня есть только один шаг к победе, ну явно не у тебя. Так, забираем награды. Плевака, я тут подумал, с чего вдруг Элвину жертвовать столькими кораблями в этих налетах? Я задаю себе тот же вопрос, но пока на нашей стороне драконы, ему с нами ни за что не справиться. Это неравный бой. И я так думаю. И правильно, что вы так думаете. Все у нас получится. Так, что тут у нас дальше? Фонарь, понятно, этот фонарик не для меня. А что еще? Обмен. Ну давай посмотрим, что он там предлагает по обмену. Блин. Кукарекун такой прикольный. Хотелось бы его получить, но не смогу. Как бы я тут не старался, да? А вот здесь я могу вполне обменять. Только единственное, якорь, по-моему, мне нужен куда-то. Пока не будем, хотя 12 рун. Блин, я не буду пока менять. Оставлю все как есть, друзья. Что у нас тут за задание? А может, забияку впечатлит кипятильник побольше? Пусть меня обварят кипятильник. Ради забияки, и я готов на все. Так, повысить уровень кипятильника на 3 и поручите кипятильнику добывать 10 тысяч рыбы. Где у нас кипятильник? Вот он. То есть я должен ему... А, ну обучить его, в принципе, можно. И поднять ему еще 3 уровня, насколько я понял. Окей. Так, что у нас еще с тобой здесь осталось недоделанным? Давай посмотрим. Блин, обмен. Ну, если я не хочу. Ладно, фиг с ним, давай обменяем. Уговорил. Давай обменяем. 12 рун мы с тобой получим. Они, как говорится, тоже лишними не будут. Так, а ты что прохлаждаешь на меня? Ну-ка давай быстро лети за рыбой. Остальные вроде бы все пока добывают. А здесь у нас... А, ну да, куча заданий. Подожди-ка секундочку. Погоди секундочку. Обалдеть, сколько у нас здесь еще с тобой будет наездников. А вот же, по-моему, мать Икинга. Где она находится? Вот. И для того, чтобы ее открыть, что нам надо? Пока мне даже ничего не показывают, друзья мои. Жаль, жаль. А этот у нас тоже здесь недалеко, да, находится? Буквально на соседнем острове, так скажем. Но я пока здесь сделать абсолютно ничего не могу. Так, акции, события. Ну что, у нас остается с тобой только лишь арена. Улучшите зал совета до 12. И разблокировать железо. А, с 12 уровня мы с тобой сможем добывать железо. А железо, интересно, что нам будет давать? Какие преимущества? Если кто знает, друзья мои, напишите, пожалуйста, в комментариях. Блин, ну неужели, чтобы расширить территорию, мне нужно вот это за 500 тысяч? За 500 тысяч убрать вот эту камень, чтобы сюда можно было пройти.
Ага, необходимо викингов 150. Кстати, подожди-ка, у нас же, по-моему, еще можно сделать одну постройку. 310, отлично, друзья мои. Вот что я лучше сделаю. Давай. Сколько будет делать? 4 часа 19 минут. И на этом все, больше я не смогу, ребята, построить домики. Так, сезонные, что у нас тут по сезонному? Так, в данный момент у нас с тобой 5000 листьев. Попробуй все-таки успеть накопить на уникального фантома. Так, еще 13 дней. Ну, грубо говоря, 2 недели будет действовать урожай Литосблот. Так что, друзья мои, вполне реально это все накопить. Особенно, если мы с тобой будем проходить события. И особенно, если будем идеально их проходить. Ну что, кстати, а тут по улучшению что? Блин, ну и суммы, а? 570 тысяч древесины. Обалдеть просто. В общем, нечего тут, как говорится, теребунькаться. Пойдем с тобой на арену. Так, мои драконы, как всегда, зеленая команда. Все уже привыкли. И мы с тобой чуть-чуть приблизимся к следующей аренке. К пятой. На пятой арене 100% должны быть какие-нибудь новые драконы, мне кажется. Ну и что же нас тут поджидает? Угу. Громорог, смотрю. Ветрокрыл. Начнем мы, наверное, с тобой... Ну, с громорога. Ой-ой-ой-ой, плохое начало. Очень плохое начало. Так, хорош там, вшивенький. Вот, вот за это спасибо отдельное. Ну что же, мы пробафались. И сейчас будем с тобой наказывать. Жестоко наказывать. Так, не вздумай делать. А ведь кто-то сейчас сделает, друзья мои, массовую атаку. Кто-то из них готовится. Причем у него энергия вся, а у меня только лишь две. А, ну я же еще тратил, конечно же. С сарделькой делал, блин, массовый баф. Так, хорошо, что он не начал тут всех... Не надо сон. Конечно, не надо. Так он меня и послушал, ага. Он еще и назло сделал. Ты посмотри, что происходит, а. Всех в сон. Ну что, будем прожаривать их, да? До хрустящей корочки, я думаю. Ах, древоруб ты мой, древоруб. Красиво у тебя все получается, просто идеально. Ну, остальные-то все спят, понимаешь? А, разбудили. Но они проспали свое усиление. Блин, надо этого наказывать, Ханорька. Но этот же тоже противный. На тебе. Шикарно. Этот скоро будет готов. Древоруб, пожалуйста, живи. Живи, родной мой. Так, слушай, опять сейчас, по-моему, сон будет. Опять будет сон. Но ему не справиться со всеми. Может быть, конечно, древоруба он сейчас и уничтожит. Но сардельку с ветрокрылом ему не завалить. Так, кого он будет атаковать? Ну и молодец. Ну и молодец. Я сделаю, знаешь что? Вот так вот я отражение поставлю. Кого он будет дальше бомбить? А, он решил хильнуться. На дорожку перед смертью он, видите ли, хильнуться решил. А я еще и вот так сделаю. Хе-хе. Повысим с тобой атаку. Сам себя бомбанул, да? На, ну он опять, ребята, копит энергию. Видимо, хочет... Он уже не успеет. И слава богу. В общем, друзья мои, 3 дракончика мы с вами победили и получаем пак. А пак какой? Наверное, обычный? Нет, редкий. Реденький. Ну что же, продолжаем нашу битву. Нам еще 7 драконов нужно завалить. Синий, синий, красный. Что-то фиолетовых никто не берет. Может быть, нам тоже пора с тобой поменять комплект колодный, а? Что скажешь? С красным нужно начинать в первую очередь, потому что, ребята, а у них против зеленых усиленная атака. Поэтому я всегда чувствовал, что нужно громобоя валить первым по возможности. На тебе. Хотя у нас по нему идет пониженная атака. То есть это как бы большой минус. Можно поджарить, но я, наверное, потерплю до массового сна. Он потому что тоже копит энергию. Смотри, не тратит. Сейчас что-то будет. Пока ничего не делают. Неужели он хочет... А он не успеет. Сейчас мой ветрокрыл ходит. Да, мы с тобой всех вгоняем в сон. Но, кстати, посмотри, сколько у него энергии. А, он потратился. Тогда все, ребята, громобоя мы с тобой уничтожаем. Он не сделает никакой массовой атаки здесь. И теперь я предлагаю, наверное, бомбануть. Если я сейчас ударю, он проснется, будет делать ход. А там немота. Блин, ну, никуда не денешься. Приходится вот так вот, ребята, рисковать. Будет массовую атаку делать.
Ну, ха! А по сарделечке-то он промахнулся. Мазила. Поэтому надо с ним быстренько завершать тут все дела. Пумс, готов, парнишка. Ну что, хлыщ, додринкался. Мы за тобой пришли. На, на, получи и распишись. Можем, конечно, вогнать его в сон, а можем просто хвостом. На тебе. Так, он все-таки успеет на дорожку, да, сделать? Нет, не успел. А кто не успел, тот опоздал. Давай вот так вот его. Все, друзья мои, это была изи-катка, но опять же благодаря нашему ветрокрылу, потому что он всех загнал в сон. И последний пак мы с тобой получили, это обычный. Продолжаем нашу эпопею. Так, сколько нам еще нужно? Получается 4. 4 дракона победить и все. И первый пак мы с тобой заберем. Кто тут у нас? Громобой. Так, громобой. Ну что, я даже не знаю, надо начинать, по идее, с него. А почему, ребята, два красных, музыка куда-то исчезла? Куда вы музыку забрали? Эй, господа хорошие, неужели вам не нравится победное музло? Ты посмотри, что делает громорок, а? Блин, да завязывайте уже. Ну-ка, усиливаемся. Блин, ну это ничтожный урон, на самом деле. Вообще ничтожный. Так, если сарделька выживет, сделаем двойную атаку. Так, что ты там собираешься? Я так и думал. Я так и думал, что он будет бафать свою команду. Это очень плохо. Я бы даже сказал, это вообще фигово. Во-первых, ребята, у них защита. Ну-ка. Да, с этой защитой мы их даже пробить не сможем. Единственный шанс — это загнать их в сон с помощью ветрокрыла, да? Будут пока они спать, если... Да. Вот так вот я предлагаю сделать. Одного сразу уничтожаем. И, наверное, будем добивать. О, сарделечка, только есть контакт. Ну что, ребята, живем. Но все равно одного дракона мы с тобой потеряем, потому что этот 100% с разбега уничтожит. И мне кажется, я знаю кого. Сардельку. Он будет уничтожать. Ну да, даже без разбега. Просто взял и уничтожил. А сколько огонь наносит урона? В принципе, неплохо. Будем все с тобой применять, что возможно. Он же сейчас лютовать начнет. Смотри, готовится к атаке. Да, он такого шанса не пропустит. Ой-ой-ой-ой-ой. Бедный, бедный мой. Хотя он тоже, ребята, бедный. Мы его расписываем по полной программе. Ветрокрыл рулит. И ничего ты тут не поделаешь. Победа, и давайте мне ресурсы. Желательно бы древесину. Вот на этот раз нужна древесина. 30 тысяч мы уже получаем с тобой. Это неплохо. Ну что, остается еще одного дракона нам забомбить. Поехали. Я хотел, кстати, попробовать другую комбинацию в нашей колоде. Давай-ка мы с тобой сейчас сделаем битву. И главное не забыть. Опять куда-то музыка в бое исчезла, непонятно куда. В игре есть, а именно в боевке нету. Начнем с громорога. Я думаю, так, ты опять здесь 10 уровня. Вот тебя тут не хватало только, а, паршивец ты такой. Успеть бы его просто вальнуть, чтобы он, друзья мои, не сделал массовый баф. Ох. А ты в курсе, что это больно было, а? Громель, ты в курсе или нет? Так атакует. И этот еще тут лезет, а? Ну ты посмотри, что они творят. Я буду делать следующим ходом массовый сон. Да. Я думаю, что это оптимально для нас. Кого будем с тобой разбирать? Я думаю, наверное, Громеля пока. Потому что этот у нас с усиленной атакой. Мы пока потерпим с тобой. Лишь бы успеть его, как говорится, уничтожить. Хвостом минимальная атака. Давай, наверное, лучше мы с тобой подхилимся здесь. Сарделька довольно неплохо бомбит. Ну, действительно, ребят, куда-то звук исчез. Да ты запарил уже своими массовыми атаками. Эй! Хлыщ! Так, ребят, тут уже не до шуток, потому что проснулся у нас этот дикарь. У него до сих пор еще повышенная атака. Так, на сардельку тянет. Этот, наверное, сейчас... Твою же налево, а? Все-таки сделал пакость, а? Все-таки сделал пакость, уничтожил мне сардельку. Ладно, мы с тобой... Что-то музыка вообще исчезла, даже уже не слышно, ребята, звука... Ай-яй-яй-яй-яй, звуков ударов. Так, ну что, в сон есть ли смысл его вгонять? Я думаю, что есть, потому что, ну, сильнее атак нам не найти.
То есть мы его сейчас в сон вгоняем и потихонечку с тобой будем его добивать. Отхила у него нету, так что ты посмотри, как он бомбит. И это он без усиленной атаки. Все, жарим его, короче. Ну что я тебе могу сказать, победа за нами. И мы с тобой получаем 30 кубков. И дайте древесину. Нет, рыбу дают. А рыбу почему-то 17 тысяч дали всего. Ну а вот и пак. Давай-ка мы его с тобой откроем. Душитель, кревет, шепот смерти, кошмарный пристиголов, громобой-защитник и громель-защитник, плюс громгильда. Ну я тебе скажу, неплохо. Ну что, отправляемся с тобой за вторым паком. Да-да-да, я хочу продолжить. И кто нам достанется? Один фиол. Слушай, а если мы с тобой будем делать команду, какую? Может быть, из красных попробовать? У меня, по-моему, красных всего два бойца. Это скалотряс и чувак, который может вешать слепоту. Так, а кревет у нас чем занимается? Что он там чудит? Какой у него суперудар? Я не помню. Но кусается он больно. Так потому что он красный. Ну, посмотри, что делает, а. Сразу начинает разбирать сардельку. Вот не нравится им моя сарделька, и вот они ее начинают разбирать, а. Вот гаденыши. Сейчас, пока я с этим буду тут нянчиться, они мне, да, скорее всего, сарделечку-то уничтожат. Воу-воу-воу-воу. Все, ребят. Думаю, тут мы с тобой сфейлимся. Ты посмотри, как мощно они бомбят. Еще и за медляху повесил, а? На тебе. Так. А почему так ничтожно мало, ребята? Может быть, нам все-таки в сон вогнать? Если я успею. Трындец, ты посмотри, какая ничтожная атака. Ну, правильно, они красные. Мне до них просто не дотянуться. В недосягаемости они. Ладно, этот сейчас бомбанет, а мы с тобой будем применять массовую атаку, именно сон. Тоже не особо много, конечно, урона мы наносим. Но, по крайней мере, они будут по одному теперь драться. Давай с этого начнем. Хиляться, ну, нет смысла. Блин, нет, я тут не смогу, ребята, вытащить. Вытащить нашу команду у меня не получится. Здесь мы сфейлимся с тобой. Слишком сильно они бомбят. Ну и плюс еще массовая атака, да? Воу-воу. Это было люто. Ну, поражение. Хотя бы одного дракончика я прихватил. Фиг с ним. Победы, конечно, мне не видать. Ну что, давай посмотрим. Так, красных у нас с тобой сколько драконов? Два всего лишь. То есть это ветрокрыл и скалотряс. Хотя, вру, ребята. Че я смотрю на красные-то вот эти? Вот надо на что смотреть. Кривоклык. Ага. Пещерный скалотряс и злобный змеевик. Или же костолом. Или же ужасное чудовище. Ну, давай попробуем. Давай попробуем. Что из этого выйдет, я пока, ребят, не знаю. Меняем. Так, снарядить. Иди. Да что ты? Снарядить. Сюда. Без сардельки, ребят, я не знаю. Мне кажется, это невыгодно идти. Злобный змеевик или костолом? Может быть, все-таки оставить сардельку нам с тобой? Ну, давай сардельку мы здесь с тобой оставим. Вместо ветрокрыла. Уж не знаю, насколько эта команда хороша. Остается только лишь протестить. В идеале, конечно, лучше бы, чтобы было у нас три красных дракона. Потому что если кривоклык делает баф массовый, да, то он вешает на всех. Так, против нас фиолы. А фиолы, ну, в принципе, терпимо. Давай вот с этого начнем. Так. Блин. Он красный бомбит. Слушай, ну красный на красных должно быть как бы на равных. А что, тут все равно какая-то усиленная атака получается здесь. Фиолы должны по минималке, друзья мои, здесь бомбить. Так, а если мы укус сделаем, лучше я кусну. Лучше я кусну. И, кстати, будем, наверное, на громомбое вешать с тобой слепоту. Если я успею еще повесить. Воу-воу-воу, уклонение пошло. Пошло уклонение, короче, начинается разбор полетов. Да чтоб тебя. Сарделька, давай, добивай этого олуха.
Отлично. Есть ли смысл нам с тобой делать? Сколько в оглушение, в объем? Так, а потом ходит кто? Пристиголов. Ладно, мы с тобой, наверное, сейчас сделаем с тобой укусик. Двойной, да? Сейчас сходит пристиголов. Теперь мы с тобой делаем вот так. И пускай он уничтожает этого пристиголова уже, как говорится, да? Мы поможем. Ну, понятно, скалотряс начинает промахиваться. Так. Упс, кому-то крышка, ребята. Кому-то крышка. Так, давай. Бомби, пожалуйста, своего кореша. Ну, что ты там обдумываешь? Вот, молодец, красавчик. По красоте ты все это сделал. Замечательно. Так, укус. Он сейчас будет промахиваться. Он будет промахиваться, это понятное дело. Ну, а мы его будем сейчас потихонечку. Да не потихонечку, а просто добиваем. Ну, пока, если честно, непонятно. Вроде бы команда сильная и в то же время слабая. Так, и 17 тысяч рыбы. Ну, четверых драконов победили. Давай еще справимся с шестерми. И все у нас будет хорошо. Так, здесь дают красные, зеленые и синие. То есть разнобойчика, да? Он, типа, подготовился ко всему. Так, как раз-то у нас кого вообще хорошо атакуют? Зеленых. Поэтому мы начнем вот с этого халабуды. Ну что ты, а? Сразу на сардельку. Я вот всегда заметил, друзья мои, если есть сарделька в команде, то ее начинают атаковать в первую очередь. Не, давай просто с тобой два укусика сделаем. Вот от этого уже, ребята, нету понта усиления. Так, тихо. Упс. Чего? А, у синего по красным, ребята, повышенная атака. Ты посмотри, как он... Как он звезданул. И знаешь, что я тебе скажу? В этой команде нету хила. Да, в этой команде нету хиллера. Поэтому тут как бы... Надеяться на что-то я просто не знаю, ребят. Все, кранты. И этот добивает. Но здесь вообще меня расписали на изи. Даже шанса не дали, понимаешь? Все-таки команда зеленых, мне кажется, живет намного дольше, чем красные. Я решил поменять обратно. Ну, не нравится мне, если честно. Вот только можно взять, знаешь что? Громобой, наверное, к себе в команду. Так, снарядить. Ставим сюда. Этого ставим сюда. Где у меня сарделька-то, а? Вот она. Она в команде. Так, а кто у нас до этого был? Блин, древоруб. Если выбирать древоруба или громобоя, то, конечно, древоруб намного лучше. Поэтому, ребят, я, наверное, все-таки поменяю обратно. Древоруб лучше будет. У него массовая атака огнем. Ну да. Ну что, 5 драконов нам еще остается подбить. Надеюсь, это будет так же легко. Ну, я же вижу первую нашу жертву. Это будет пристиголов. Это первый, кто у нас пойдет под откос. Так, ну что ты тут выпендриваешься? Опять? А нет, ребят, я думал, что у них опять инициатива слишком большая. Нет, дали мне тут немножко разгуляться. Так, дальше он ходит. А нет, у меня еще сарделька будет сейчас ходить. Сарделька сразу же делает баф на усиленную атаку. Ну что-то тут. Шипокряк. На тебе. Получи, распишись. Так, а дальше это кто? Наш ходит? Это наш. Наш ходит, ребята, и мы уничтожаем пристиголова. Дальше делает две атаки он. Только не надо массового. Конечно, не надо. Он так меня и послужил. Жарим. Ты посмотри, сколько, ребята, наносит урона. Я тебе говорю, древоруб еще покажет всем, где раки зимуют, поверь мне. Что? Как это он так, извини меня, с удара просто снес? Эй! Ты совсем что ли припух, парнишка? Давай быстро его разбирать. Быстро, шемин там. Так, усиливаем атаку. Что он там делать будет? Да ничего, все, парень, тебе должна быть крышка. Живет еще.
Еще живет. Сейчас он сделает массовую атаку. Хм, уклонение даже сработало. Надо же. Ну тогда все, ребята, мы его уничтожаем. Получается, нам нужно еще с тобой сделать одну победу. Блин, когда же мы с тобой перейдем на следующую арену? Я уже жду, не дождусь. 30 тысяч древесины. Двух дракончиков подбиваем и все. Забираем пак, и на этом, в принципе, можно будет заканчивать сегодняшнюю серию. Твою ж налево, команда, состоящая из красных. Два красных и один синий. Да, тут, по ходу дела, пахнет керосином. Красные. Но тут надо, в принципе, уничтожать в первую очередь красных. Начнем с громобоя, попытаемся, по крайней мере. Нас может здесь спасти что? Ну, сон, в принципе. Если, конечно, не почикают нас тут быстрее. Все, понятно, переключились, короче, на древоруба. Они знают, что он может здесь им неприятности сделать. Не надо бафать. Фух. Блин, а мой что будет ходить только через два хода? Так они меня тут сейчас разберут. Почему ветрокрыл? Ну все, ребят, трындец. Еще и немоту повесили. То есть ветрокрыл у нас вообще с тобой не сделает, да? Ни шиша. Твою ж налево, а. Опять сейчас они опять втроем сходят. Короче, все, тут даже нечего говорить. Сейчас укусит. Этот сейчас звезданет. Смотри, он опять накопил практически всю шкалу себе. О, все. Сардельку уничтожили. Ты не оборзел ли по два раза-то ходить, а? Губошлеп ты несчастный. Он же только ходил, ребят. И опять ходит. Ну и как вот тут, извини меня, играть? Защита повышенная, атака повышенная. Это бесполезно. Тут уже бесполезно. Меня никакой отхил здесь не спасет. Плюс у него по две энергии прибавляется. Сейчас звезданет с разбега оглушит, соответственно, сразу будут опять. Короче, все понятно здесь. Фейл. Даже просто смел меня. Без какой-то там второй попытки. Трындец, что за бои пошли, а? Сложные. Так, ну что, 9 драконов мы уже победили, остается один. Смотрим на команду. Блин, может быть, все-таки... Ага, вот здесь вот получше. Здесь 2 зеленых, 1 фиолетовый. То есть, грубо говоря, на равных мы, да? И опять куда-то звук из игры делся, непонятно куда. Именно музыка. Так, Пристеглов, ты, конечно же, первый, кто у нас будет попадать под раздачу. Так, давай. Ветрокрыл бомбанул. Мы с тобой не будем тратить сейчас энергию. Ни на что абсолютно. Мы будем с тобой делать массовую атаку. Если мы успеем. Кто у него уходит сейчас? Вся надежда, что он сейчас вот этим использует всю энергию. Отлично. Отлично, я этого и ждал. Теперь мы вгоняем в сон. И, наверное, будем с ветрокрыла начинать. Так, погнали. Раз. Два. Так, этот пока спит, он не сможет сделать суперудар. Отлично. И как бы в наших интересах быстрее его ушатать. Потому что на следующий ход, а он буквально уже скоро будет, он применит массовый сон. Если я так сделаю, фигня получается. Я еще и к тому же этого разбужу, да? Так, сейчас он ходит. Он. Массовый сон, естественно. Нет. Но вот это вот была большая ошибка его. На самом деле, если бы он сделал сон, он бы кого-то мог здесь у меня забрать. А там он лопухнулся. Поэтому мы его разбираем здесь, и остается лишь Громель. Я так понимаю, это Громель-защитник. Как-то без музыки. Ни туда и ни сюда. Ну, мне, в принципе, не привыкать. Может быть, вам немножко скучно. Так, секунду, я сделаю вот так вот. Пробафаемся с тобой на атаку и... Окей. Остается добить. Ну, будешь что-нибудь делать, нет? Нет, потому что мы его уничтожаем. Ну что, ребята, мы забираем с вами последний пак. Еще раз посмотрим, что мы там с тобой не добрали. Кого не отправили на работу. И будем, наверное, закругляться. 600 кубков получаем. И, в принципе, у нас с тобой будет арена 5. Ну вот он, дорогой наш. Давай посмотрим, что нам здесь достанется. Древоруб, ужасное чудовище. Новичок, там этот Шепот смерти, Громель и Водорез. И громобой, плюс беззубик. Все, ребята, как-то вот так вот. Мы с тобой беззубика никуда не отправили, получается, да? Рыба.
У нас 525 тысяч рыбы. Кстати, я задание-то этим не выполнил, господи. Астрид и драконы возвращаются к стене вместе с древесиной. Так, вращайте колесо приключений. Ну, естественно, янтарь. Янтарь, ну, что здесь может достаться? Шипарис рубит поленья, а Громгильда относит их к поврежденному участку. Теперь стена стала лучше прежнего. Драконий край снова под защитой. И Астрид может отправиться на поиски виновников происшедшего. Ну что же, пускай летит в драконий край. Сноглток. Обалдеть, это требуется 80 уровень. Пока мы с тобой в драконьем крае только можем путешествовать. Сморкала приносит ветки и листья. Ну, давай. Сморкала и Кривоклык собирает ветки и пальмовые листья, чтобы прикрыть драконье гнездо. Вдруг они слышат пронзительный крик и рев. Давай-ка узнаем, в чем дело. Бесплатно. Полетели. Так, следующий у нас. Больше бежать мы не станем, пора дать отпор. Угу. Ну давай, дадим с тобой отпор. Лезвие и крыл дает сотрясающие стены пещеры предупредительный залп. И я начинаю сомневаться в своем решении остаться. Что поделать? Теперь нам с Сарделькой предстоит схватка с лезвием и крылом. Отпор мы с тобой сделаем, конечно же, бесплатный. Угу. Так, ну что? Задирака, представляем вам лучшую сторожевую башню на свете. Забияка, та-дам. Задирака, эй, а где наша башня? Поиски, поиски башни. Давай их отправим. И, конечно же, бесплатно. Наконец-то мы, ребят, с вами раз, два, три, четыре путешествия можем делать. И это круто, потому что здесь у нас сразу же выполняется задание. 10 рун. Так, обучить драконов, беззубиков путешествия. Так, использовать ускорение. То есть, я думаю, мы вот это сегодня все сделаем с тобой. Я успею, я еще вечером поиграю. И будет хорошо. Кто-то говорил, Рэй, почему ты не открываешь легендарного? Ребят, ну вы же прекрасно знаете, чтобы его открыть, нужно очень много чего найти. Смотри, флаги. Вот эти вот орехи, или как, я не знаю, мясо, или что это, лопаты. Чего так вообще ни одной нету. И топоры, все-таки вот здесь нужны были топоры, а я их сбагрил. По глупости, да? Ладно, будем с тобой отправлять потихонечку без зубика уже на эти задания. Давай-ка мы, наверное, с тобой так и сделаем сейчас. Все равно ему в данный момент нечем заняться, и пускай он ищет эти самые ресурсы. Так, давай отправим его на поиски четок. А, четки мы можем с тобой обменять на 80 тысяч рыбы. И тут давай вот так вот сделаем. Хоп, хоп. Будем потихоньку вот таким вот образом с тобой набирать. Так, дальше что у нас там? Давай посмотрим. Начать. Полети, что у меня. Давай вот за этим. Подожди. А он что, не может эти ресурсы искать, получается? Это только на обмен идут? Или я что-то неправильно понимаю? Так, смотри, начать. Например, флаги. Нет, но флаги мы с собой можем найти. Видишь, туманные горы, пускай летит. Заберите последнюю находку без зубика. Забрать. Что он там мне принес? Опа, яйцо. А что это за яйцо, я не помню. Вывести. Что-то до боли знакомое яйцо, да? Так, ну что, без зубик, мы тебя отправляем. А, мы же отправляли на кого? Да ну, землехвата, что ли, мы... Да нет, не может быть, это яйцо землехвата. Хотя, ты прикинь, если он его притащил. Да нет, 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 это не то. Какого-то другого он там принес нам. Так, ну что я хотел сделать? А, ну да, конечно же, ресурсы. Конечно же, ресурсы. И отправим его, давай вот эти вот флаги. Вон, туманные горы пускай летит. 21 руну он получит, ребята. А куда нам еще руны нужны с тобой? По-моему, никуда пока. Да? Мы можем их, наверное, спокойненько с тобой потратить? Или что? Или куда-то они все-таки нам пригодятся? Даже сказать пока трудно. Даже пока трудно сказать.
Так, этот сидит. Этот уже насобирался, я смотрю, да? Иди, двигайся. Этот уже опять отдыхает. Да что ж ты будешь делать, а? Иди тогда древесину добывай. Так, кипятильник. Давай-ка мы тебя еще разок прокачаем, потому что нам нужно с тобой по квесту это все. Что у нас здесь? Так, улучшить академию до 6 уровня. Не так-то все просто. До 6 уровня они захотели, ага. Чтобы ее прокачать, ой, я даже думать не хочу об этом. Так, здесь уровень кипятильника мы сделали. А теперь еще отправить его нужно, да? На поиски этой древесины. То есть мне нужно его вытащить, поставить, чтобы он искал древесину. А он так мало ищет ее, а? Ну а что поделаешь? Надо делать, ребята. Так, 5 рун получили. Обучили мы с тобой 2 драконов, пока ускорение я это сделаю. И отправить драконов в приключение. Ну я же отправлял 2. Почему мне засчитали только 1? Не ясно пока. Ладно, дорогие друзья, на этом будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!